Приветствую любителей ножевой тематики. Я на очередной встрече собрания ассоциации коллекционеров Анка. И нарыл таки действительно что-то стоящее. И не так. То есть, ну, первый раз, наверное, такое здесь вижу и держу в руках. Здесь есть исторические всякие приносят, но вот это вот действительно вещь. Это клин катана. Я, скажем так, не очень в теме про катаны, но это какая-то короткая катана даже. Я уверен, есть у нее более правильное название, поэтому не кидайте меня тапками. Официально короткая катана. Короткая катана, в общем. В таком она виде, скажем так, на сохранении сейчас находится. Деревянная рукоять, деревянные ножны. Мастер Цагуира. Или Цагуира? Цагуира. В общем, 350 лет этому мечу, этому катане. Лишняя справка. Вот так вот ее положим. Тут по-японски написано. Сейчас я вам покажу просто, как это выглядит. Не обязательно ее раскрывать. Там все равно на японском, что ты там пошел. Давай заценим. Сначала. Сертификат. А, сертификат, нифига себе. А. Ого, вот это вещь. Вот это ее сертификат, короче, оказывается. Я думал, будет какая-то простая бумажка. А тут реальная такая целая. Посмотри, для такой ценовой категории это... Нет. Я думал, паспорт будет такой какой-нибудь, простой. Тут реально такая... Папирус такой. Не, ну, бумажки бумажками. Я хотел обратить ваше внимание на этот клин. Длину я и вес замерять не буду, потому что это не так важно. Хочу просто показать финиш. Финиш и эти линии. Широковолнистый хамон. Стараюсь вот так вот, может, будет видно вот эту линию, то есть четкие линии выведены, причем они идут, как будто его делали на каком-то плоском шлифовальном вначале, выводили все вот это. Видно, здесь зонная закалка идет. В общем, лучше, я так понимаю, не удастся его заснять, если только вот так. Потому что сейчас уже ночь, я тут под лампу сел. Уже действительно такая возможность у меня нечасто, скажем так, выпадает. Если какие-то штыки, я вам могу понаснимать, потому что есть, скажем так, доступ. Вот такие вещи очень редко попадают. Вот это работа, действительно. Я вначале подумал, что это какая-то современная просто реплика из-за вот этих четких линий. Но это действительно... То есть человек утверждает, есть соответствующие документы, что это вот такой вот клин. В общем, еще раз покажу все это вместе. Уже слова здесь, я думаю, излишни. Надо видеть просто вот такие вещи. О! Все, благодарю за внимание, пока.